Росавтодор готовится к ремонту старого Барнаульского моста. Сейчас в управлении определяют перечень работ, которые позволят сохранить переправу от разрушения до момента начала глобальной реконструкции. Напомним, 11 сентября арбитражный суд принял решение передать старый мост с баланса Росимущества в собственность Росавтодора. Пока организации улаживают юридические вопросы, начало ремонтных работ отодвигается. Пока мост не находится на балансе Росавтодора, финансирование на его ремонт и содержание не предусмотрено. Первоочередная задача для обеспечения его сохранности – проведение комплексного мониторинга и усиление контроля над весогабаритными параметрами транспорта. Несколько лет коммунальный мост находится в плачевном состоянии. По нему запрещено проезжать транспорту весом более 5 тонн. Опасен он и для пешеходов. В мае ГИБДД даже намеревалось закрыть объект. Уже этой осенью Росавтодор обещает восстановить деформационные швы сооружения и провести локальный ремонт покрытия. По разным оценкам, на капитальный ремонт моста понадобится более 1 000 000 000 рублей.